Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня 8 мая. Вот у нас уже какие взошли подсолнухи. Сын в апреле месяце сажал пророщими семечками. Проращивал хорошо. Вчера прошел дождик, и вот как они шикарно у нас подросли. Вот. Обещают заморозки. Будем на ночь укрывать. Вот огурчики наши тоже сажал в открытый грунт, без всякой пленки. Тоже семечки пророщенные, семена наши, собственные. Какого сорта, я не знаю. Здесь все разные семена. Там что-то на углу он сажал, не взошло, не знаю, непонятно. Здесь вот огурчики у нас. Если все пройдет благополучно, в открытом грунту можно выращивать и рано огурчики. Вот еще кусочек здесь посадил. Это мой Мичурин, сын. Все старается посадить пораньше, без всякого укрытия. Проводит эксперименты. Будем показывать дальше, как у нас будет проходить процесс роста. А там у нас цветут красавцы одуванчики. Курочки объедаются их. Когда отцветут, тогда будем косить огород. Спасибо за внимание. Заходите чаще в гости.